о проведении избирательной кампании не позднее 6 ноября. В Москве сегодня в течение дня обещают облачную погоду, осадки и около нуля. Марина Старостина, служба информации, Эхо Москвы. Кислев Моисеевич нас не любит. Раньше всегда приходил, нет, заранее садился. А где? Вот где сейчас? Опять без него будет. Что, идти за ним? Иди. Хочешь идти? Иди. Угу. Хочешь забыть? Забудь. Точно. Что с утра? Я так, по своем девичьем. Что с утра случилось? Мы в Татарстане постоянно донашиваем московскую погоду. А мы питерскую. А мы питерскую донашиваем. А Питер, да, донашивает это... европейскую. Это и правда, так далее. Да. И по кругу пошло. Даже Европа донашивает татарскую. Да, круг замкнулся.